когда Ирак столкнулся с одним из самых страшных вызовов современности, международным терроризмом в лице так называемого исламского государства Ирака и Леванта, Россия в числе первых протянула нашим друзьям руку помощи. Для отражения террористических атак были оперативно налажены поставки в Ирак современных российских вооружений и военной техники. И сегодня мы оказываем содействие укреплению обороноспособности иракских силовых структур. Поддерживается доверительный политический диалог на высшем и высоком уровне. В октябре прошлого года состоялся официальный визит в Россию премьер-министра Мухаммеда Садани. Отрадно, что Ирак остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в арабском мире и сегодня. Центральным элементом нашей практической кооперации традиционно является нефтегазовая отрасль. При участии ведущих российских нефтяных компаний успешно реализуется ряд крупных проектов, а общий объем российских инвестиций в иракский энергетический сектор превышает 19 миллиардов долларов.